У другі вихідні жовтня миколаївці могли помилуватися котиками різних мастей і порід. У виставковому залі «Експо Миколаїв» працювала міжнародна виставка котів «Таємниці Єгипту». Серед котолюбів була помічена і знімальна група програми «Звірі в квартирі». Суперпухнасті і зовсім голі. Малюки і гіганти, спокійні і жваві. Всі як один екзотичні, породисті і дорогі. Понад 70 учасників із Києва, Харкова, Херсона, Миколаєва і навіть з Молдови боролися за титул чемпіона у 19-му відкритому чемпіонаті України, який проходив у рамках міжнародної виставки котів «Таємниці Єгипту». Організатор заходу – клуб любителів кішок «Шері». Со всей Украины кошки приехали к нам в гости и здесь получают свои заслуженные титулы. Но уже несколько лет мы проводим тематические выставки. То есть выставка привязана к какому-то событию, к действию. Вот эта выставка у нас называется «Тайны Египта». Поэтому вот наши ринги как бы оформлены в египетском стиле. Ліцензовані виставки котів проводяться щорічно, щоб відвідувачі змогли ознайомитися з різними породами цих домашніх тварин, їх особливостями, а також, щоб оцінити племінну роботу клубу. Из моих лучших подруг сегодня выставляет котов. Я пришла ее поддержать, поэтому, тем более, я еще очень люблю котов, особенно британских шиншилл. Здесь атмосфера просто замечательная. Уже подобрали себе котика, который возьмет приз ваших симпатий? Безусловно, безусловно. Британские шиншиллы. Самые лучшие, да? Безусловно. А почему? Они очень нежные, они очень ласковые. И вот пушистенький, ну... А у вас есть домашний животный? Да. Британский. Кто тебе больше всех понравился? Вот этот маленький беленький котенок. А у тебя дома есть котенок? Есть. Как его зовут? Джуя. А кто здесь победитель? Ты уже нашла победителя? За кого ты болеешь? За лучшую кошку. Я сегодня на выставку пришла, чтобы заработать какой-то приз. А с кем ты пришла? С мамой, с бабушкой, с братиком, с кошкой тоже. Вот это твоя кошечка? Да. Ну, представь нам свою кошечку. Ее зовут Аджи. Что за порода? Вислоухая. Шотландка. Шотландка. Угу. Наверное, она самая красивая. Наверное. Ясно. Ну расскажи, какой у нее характер? У нее добрый, конечно, но иногда она шипит на людей. А на тебя шипит? Да. А почему она шипит? Не знаю. А как ты за ней ухаживаешь? Я каждый день меняю воду, кушать насыпаю. Она любит ко мне садиться, когда я делаю уроки. Мы пришли на выставку котов, потому что мы задумывались над тем, как разводить их. Завести себе нового котенка, другой семьи, просто любим очень котов. Что вы уже увидели на выставке? Нам очень нравятся абиссинские коты, ну, ради них и пришли в основном. Для того, чтобы участвовать в выставке, надо выдержать три критерия. Первое, как можно ближе соответствовать к стандарту. Потом, это кошки, те, которые выставляются здесь на выставке, они должны быть очень лояльные к человеку. То есть все животные, которые агрессивные, они подлежат кастрации и стерилизации, и они не участвуют в племенном разведении, потому что таковы требования всех международных организаций. Домашний любимец должен быть домашним любимцем. Вот. Поэтому, когда люди приходят здесь на выставку и покупают здесь котенка, то гарантированно, что вы приобретете котенка, который ну, не доставит вам хлопот в доме. Вот. И третье, конечно, критерий – это подготовка кошки к выставке. То есть здесь специальные у них, они покупают шампуни, готовят, есть специальные грумеры. Животные, конечно, очень достойные. Выставка – это маленькое шоу. Для розваги глядачів і учасників проводяться різноманітні конкурси в залежності від тематики заходу і наявних тваринок.
Єгипетську тему цієї виставки організатори втілили у змаганнях на кращий єгипетський костюм, найблакитніші очі кольору єгипетського неба, на найбільш рудого котика, як котяче втілення єгипетського бога сонця Ра та інших. Основна робота на виставці у чотирьох рингах. Виставковий темперамент тварин та їх відповідність стандартам оцінюють столичні і місцеві експерти з котячої краси. Миколаївцям є чим похвалитися. Миколаївський високий рівень, особливо канадські сфінкси у нас, як би те саме, у нас дуже хороші бенгали, у нас хороші мейн-куни. Тобто у нас є яркі представники породи, звісно, які блистають і не тільки в Миколаєві. Серед конкурсантів є справді екзотичні і рідкісні, як от цей котик породи регдол. Вона вже завоювала популярність практично по всій планеті, навіть зустрічається в Китаї. І зараз успішно почала завоювати простори України. К сожалению, мало зараз, звісно, котів. У нас в Україні взрослих особей не більше 20. Это котенок, рожденный в Украине уже. Это котята и кошки, которые расслабляются в руках человека. То есть вот они висят, он не сопротивляется, просто он тяжелый, я не могу его держать одной рукой. Это настоящие коты. Очень сейчас, к сожалению, много подделок, которые не имеют такой особенности. А как отличить настоящего от подделки? Только лишь тем, что у них вот очень детское выражение лица у этой породы и тем, что именно они умеют расслабляться. Так, к сожалению, сходу, особенно обывателю, трудно отличить. Советую покупать только в питомниках, потому что у нас гарантировано, не только у меня, но и у других заводчиков, гарантировано качество и здоровье этих питомцев. И уход за таким питомцем? Уход абсолютно, они не требуют ухода. Шерсть можете погладить сами, очень приятная на ощупь, кроличий мех, который не сваливается, не скатывается, не образует колтунов. И, ну, погладить, да? Конечно, вы сами убедитесь, что эти кошки редчайшие, милые создания, которые абсолютно не агрессивные, не требует никаких особых усилий и навыков по уходу за ними. Это очень редкая кошка, она очень красивая, но характерная ее особенность в том, что она еще иначе называется тряпичная кукла. Когда ее берешь в руки, она полностью расслабляет свои мышцы и такая болтается. Это очень так бы интересная порода. Ну, много у нас и вот этих кошек-овечек. Если пройдетесь по клеткам, вы, конечно, посмотрите, что очень много тех животных, которые вы даже не имели представления, что такие кошки вообще есть. А переважали за чисельністю цього разу британці. Это котенок, ему 3 месяца, порода британская шиншилла крас. Это моя прелесть, любимчик мой такой, мальчик мой, зойчик такой. Как зовут его? Его красавчик. Британцы это такая прекрасная порода, это очень спокойные животные, очень умные, они очень грамотные, они просто понимают все с полуслова. Что значит умное животное? Умное животное, просто как человек. Он тебя понимает, ему говоришь, он все понимает, очень приучены к туалету они. Какие черты характера, что он умеет, что любит, что не любит? Что он любит? Чтобы его и любили. В уходе насколько сложно ухаживать за таким животным? Вы знаете, вообще не сложно. У них короткая шерсть. Как бы покупать в сезон летом, чтобы не простудился. Почесать. И все. Я вам скажу честно, что наш город, он очень, как сказать, очень специфический. То есть у нас, если наши горожане занимаются какими-то породами, то они конкретно занимаются, допустим, или канадскими сфинксами, или чем-то. У нас нет такой породной гаммы, скажем, в городе. Сейчас, конечно, больше всего это порода британская, скотиш-фолды, ну, их, конечно, больше, и канадские сфинксы. Это наша традиционная, нашего города Николаева порода. Взагалі, господарі кожного конкурсанта готові розповідати про свого улюбленця годинами. Это перс экстремал, окраса крем-пуэнт, очаровательный мальчик, ему год
и 2 месяца. У него очаровательные голубые глазки цвета неба. Очень ласковый, нежный. Спит только на подушках, на диванах, кушает только мяско и корм. Конечно, ухода за персом больше, чем, скажем, за сфинксом или шотландцем. Вычесывание, купание – это обязательные процедуры. Купаемся мы где-то раз в 2 недели. Чесаться желательно каждый день, ну, хотя бы там раз в 3 дня. У нас канадский сфинкс, мальчик, окраса Силпоин. Пожалуйста, вот такой вот красивый мальчик. Он у нас впервые на выставке, так что ему годик. Еще маленький. Очень интересное животное, очень любит детей. Очень привязан к хозяевам, вот ведет себя как маленькая собачка дома, неприхотливый такой, но не любит, когда меняют корма очень часто. Ну, как правило, мы все от начала до конца на одном корме. У них не имеют шерсти, поэтому у кого аллергия, в общем-то, можно, коты эти не страшны. Деткам вот маленьким, у нас даже вот сейчас киевляне берут котят, именно аллергики дети, они сделали тесты, ничего не влияет, берут котенка. Змагання тривають, суворі судді обирають чемпіонів, а городяни споглядають тварин рідкісних порід. Та є у цього заходу і своя висока виховна мета. Само проведение выставок – это не самоцель продажи животных. Самоцель вообще проведения этих выставок – это культурное отношение к животным. Вот как есть люди, которые любят животных, как они к ним относятся. Это очень важно, особенно для детей, которые приходят. И именно даже наши, вот даже маленькие участники здесь настолько любят своих животных. Вот такая функция вообще выставки. И самое главное, что мы стараемся для того, чтобы было меньше бездомных животных на улице, мы популяризируем стерилизацию и кастрацию животных. Это вот тоже основная, как бы, критерий наших выставок. И если вы посмотрите, что у нас есть ринг даже для кастрированных и стерилизованных животных. То есть их поощряют, как бы награждают, и они тут тоже имеют очень много наград. Говорят, у кого есть кішка, той может не бояться самотности. А чимало людей щиро вважають котів досконалістю природи. Якщо ви цьому не вірите, погляньте на ці грудочки милоти і переконайтеся самі у їх неперевершеній граційності, аристократичності і незалежності. І, можливо, зрозумієте, що у житті вам так не вистачає лагідного муркотіння домашньої киці.